Проанализировав результаты своей деятельности за прошлый год, руководство нашего предприятия решило провести рекламную кампанию. В рамках маркетинговой стратегии мы планировали начать производить новый продукт – влажные салфетки в индивидуальном пакетике в полиэтиленовом пакете размером 7 в 10 сантиметров. Наше предприятие входит в состав крупного производственного объединения по производству косметических препаратов в Краснодаре. Мы постоянно обновляем линейку продукции, изучаем спрос и предложение на косметические товары. Производить фасовку влажной салфетки в индивидуальный пакетик планировалось через 4 месяца, а дня этого необходимо было, по сути, приобрести фасовочную машину для упаковки влажных салфеток в течение 2-3 месяцев. Мне, как ведущему технологу подготовки производства, поручили найти оборудование для фасовки влажных салфеток. Для выпуска продукта планировалось использовать пластиковые пакеты, предназначенные для пищевых продуктов. Как технолог я понимаю, что на всех этапах производства важно соблюдать требования, предъявляемые к фармацевтическим препаратам, уровень влажности, который, в принципе, не должен превышать 75%, температура в помещении должна быть от 0 до плюс 20 ОС. В фармацевтическом производстве необходимо проводить аналитический контроль качества сырья, готовой продукции. Мы должны использовать качественное оборудование для обеспечения требований гигиенических служб. Поэтому к вопросу выбора автоматическое оборудование для упаковки влажных салфеток в полиэтиленовые пакетики я подошел со всей серьезностью. Решение непростой задачи я начал с самого популярного способа – поиск в интернете. По рекомендации коллег первым делом я обратился к европейским производителям. Самостоятельно я выбрал две компании, одна находится в Италии, другая – в Словении. Отправив заявку им на электронную почту, через 3 дня я получил ответ от итальянской компании, которая сообщила, что не сможет поставить оборудование в связи с приостановкой его производства. Компания из Словении написала в электронном письме, что не работает со странами СНГ. Первый шаг оказался для меня не очень удачным. Я понимал, что нет безвыходных положений, и продолжил поиск решения задачи. Аналогичное оборудование для упаковки влажных салфеток я нашел у китайской компании. Связался с ней по телефону. Менеджер начала со мной разговаривать на китайском языке, и я закончил беседу. В итоге я сделал вывод, что самостоятельно выбрать оборудование для фасовки у меня не получится, и решил обратиться к специалисту. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, даст полную информацию о машине, ее возможностях, протестирует на оборудовании с нашим порошком, расскажет об условиях поставки. Китайских посредников изначально решено было, по сути, не рассматривать, так как часто производители из Китая имеют своих прямых посредников. Я не хотел проходить этот этап заново и решил обратиться за помощью к российским посредникам. Выбор специалиста я производил, основываясь на следующих критериях: длительный период работы на рынке продажи фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов, доступность информации на сайте компании, удобные условия поставки машины. По этим параметрам мною было, по сути, выбрано 4 компании. Отправив всем запрос по электронной почте, от 2 компаний я так и не получил ответа. Одна фирма из Хабаровска предупредила, что у них нет своей службы доставки. Этот вариант меня не устроил. Только один менеджер компании из Москвы смог быстро дать мне грамотные и конструктивные ответы на мои вопросы. Мне также понравился деловой подход этого специалиста. Менеджер данной фирмы обращался вежливо, задавал много уточняющих вопросов о требуемой мощности оборудования, какой материал мы используем для упаковки, желаемый размер пакетиков для влажных салфеток. После предварительной консультации по телефону специалист предложил оборудование для фасовки влажных салфеток в индивидуальные пластиковые пакеты. Я согласован этот вариант с руководством нашей компании, и мы заключили договор на поставку выбранной машины. Весь период изготовления я получал на электронную почту отчет о готовности моего заказа. Когда машина была, по сути, сделана, менеджер выслал видеоролик работы оборудования, протестированного на наших материалах. Управление машиной осуществляется через систему ШКИ-экрана. Рабочая зона оборудования защищена прозрачными пластиковыми щитами. Мы смогли увидеть аппарат, из которого дозируется спирт. Влажные салфетки упаковываются в красные пакеты. Влажные салфетки скручиваются из рулонного материала. Мой заказ был доставлен в указанный по договору срок. Машина была, по сути, сделана из нержавеющей стали.
мы получили влажную салфетку, упакованную в пластиковый пакет красного цвета. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, в общем, если бы прошел путь по подбору оборудования самостоятельно. Опыт показал, что решение обратиться за помощью к профессионалу в выборе автоматического оборудования для упаковки влажной салфетки в полиэтиленовые пакеты было, по сути, правильным. Пообщавшись с настоящим профессионалом, я сам немного стал умнее, многому научился и абсолютно уверен, что хороший учитель тот, чьи слова не расходятся с делом. Я проверил это на собственном опыте.